Здравствуйте, дорогие зрители. Вот такое ружьишко сегодня у меня на столе. Это одностволочка охотничья, ишь пятый. В таком вот оно у нас в состоянии. Подвес стоял вот здесь при жизни, еще и оторвали его. Ложа в плохом состоянии. Буду вырезать сюда новое ложе. Цевья вообще на нем не было. Изготавливать буду его сам. Приступаю к разборке. В электролиз я его погружать не стану. Разбирать его буду снова при помощи неповторимого Валера. Мне действительно нравится вот это средство. Как он очищает, смазывает. Я никому не навязываю, просто мне нравится, как это средство работает. Полежал у меня немножко в жидкости у Валерии. Сейчас будем пробовать разбирать. На удивление, конечно, болт отвернулся свободно. Наглядно видно, что механизм неплохо сохранился. Высверлил верхнюю шляпку болта. Вот все, теперь полностью разобрал. Деталь с нижней части. Шлифовать, чистить сильно нельзя. Потому что в колодке он будет потом все это бултыхаться. Верхнюю часть вывел до идеала. Такая скоба получилась. С профильной трубы
я вырезал вот такую вот заготовочку для цевья. Цевье, вот такое вот получилось. Осталось только зачистить сварочку. Получилось вот такое цевье. Приобретен в интернете вот такой вот замочек. Собираю на место, буду обтачивать форму. Сделал по шаблончику вот такой вот рисунок и буду резать насечки. После полотна прочищаю простым круглым надфилем. Ну что, вот такие вот насечки получились. Приклад я буду изготавливать из березовой доски, так как это бюджетный вариант. Для изготовления подходит тем, что у него волокна скрученные, то есть не лопнет, не треснет. Все это будет красиво, надежно. Я постараюсь сделать вот этот приклад по размерам под себя. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Вот этот размер у нас 13. Это размер моего плеча. Размер у нас от ствола и приклада 7 сантиметров. Это получается размер моей шеи. Длина всего приклада, размер указательный палец от сустава я мерил. До локтевого сустава. Считаем его от тыльника до курка. Примерно 38. Эти размеры я не брал с интернета. Нигде я их не смотрел, не искал. Помню просто, как делал мой дед, отец. Вот по памяти примерно хочу сделать я. До этого я приклад под себя не делал. Ну вот колодка у нас подходит. Даже с небольшим запасиком еще сделали. Пока что вот так аккуратно у нас получилось. Теперь все лишнее буду убирать, придавать форму. Поставил на место колодку. Разметил. С интернета заказывал тыльник. Ставлю его на место. Нужно вот этот тыльник ставить не ровно по центру, а по разметке немножко его отклонить вправо. Если левша, в обратную сторону влево делается. Выглядит это вот так вот. Вот видно, полоска, она идет по центру, а низ отклонен. Буду делать насечки при помощи полотна по металлу. Приклад готовый. Насечки сделал. Прошло примерно сутки, лак высох. Вот такой вот приклад получился. Воронить буду жидкостью для холодного воронения.
приступаем к сборке. Ну и в конце вот ставлю ремень. Ружье без ремня и как-то не то. Если вам понравилось это видео, прошу поддержать меня лайком.